Приветствую на канале Bodan Agro. И тема сегодняшнего видео — подготовка теплицы под посадку клубники нейтрального дня. Что мы сделали? Здесь у нас росли помидоры, огурцы и перец. Ну, перец, как вы видите, сейчас до сих пор растет. Вот он уже у нас здесь. Такой урожай есть. Такой вот перец. То есть он еще у нас спеет, работает, так сказать. Мы его не трогали. Огурцы и томаты убрали. И здесь мы хотим высадить сорт нейтрального дня. Для того, чтобы вот сегодня у нас 4 сентября. Для того, чтобы через 2 месяца получить продукцию. Уже ягоду. То есть это у нас балаган. Он без отопления. Сейчас здесь натянута затеняющая сетка, которую мы снимем через неделю. То есть мы сегодня высадим рассаду, через неделю затеняющую сетку снимем. Как происходила подготовка теплицы? Соответственно, после вегетации растений, томатов и огурцов, здесь накопилось достаточное количество и инфекций, и вредителей. В частности, хочу показать, вот на листьях, вот если... Не знаю, видно или нет, вот есть белые пятна. Это белокрылка. Вот она, здесь ее очень много было. Но сейчас это уже, ну то есть это уже, так скажем, трупы белокрылки, она мертвая. То есть я ее уничтожил. Каким образом я подготавливал теплицу? Для того, чтобы у меня вегетировал перец, я его мог употреблять в пищу спокойно, его я обработал биологическими препаратами. Это у нас актоцид против вредителей. И добавил еще препарат фитоспорин от болезней. То есть перец сейчас выглядит шикарно, продолжает плодоносить. Уже идет покраснение самого перца. Ну а здесь вот он желтеет. Вот если посмотреть, ну перец хороший, размер, калибр хороший. И качество, он такой... плотный. Я пробовал, и мякоть такая сочная. Хороший перец в этом году получился. Итак, а всю остальную теплицу, в частности пленку, землю и так далее, я обрабатывал, брал уже хорус, актора, обрабатывал уже такими химическими препаратами. И здесь у нас и гусеницы были, и что тут только не было. Все это убрал полностью. То есть теплица полностью готова под посадку. Инфекцию и вредители я убрал. Дальше взрыхлил почву культиватором. Сделал вот такие два бугра из почвы. Предварительно внес удобрение. Нитроамофоску и экоплант с добавлением гумуса. Ну, такое небольшое добавление органики. После этого... сделал гряды, поставил полив. Вот, в частности, я сейчас проверяю на течь полив. Ну, у нас вот есть две течи. Вот она у нас одна течь есть. И вот здесь вот есть одна течь. Это я сейчас отремонтирую. Далее это все будет накрываться пленкой черной. Междурядку я застелю вот этой соломой, которую я сгреб просто пока в кучу. Солома нужна чисто для того, чтобы пленка держалась, и все. Далее будет высадка рассады клубники нейтрального дня. Дальше, что я буду делать с клубникой? Ну, я, возможно, еще видео сниму через пару недель, покажу результат. Сначала первую неделю ничего не буду делать. А, да, забыл сказать, рассаду перед высадкой я тоже обработал акторой и хорусом. От болезней и вредителей. Также еще актелик добавил от клеща на всякий случай. И вертимек. Такой двойной удар решил сделать. Сейчас после высадки рассады, соответственно, я ее первую неделю трогать не буду. Только поливать. Удобрений здесь на этот сезон достаточно. То есть до зимы, возможно, еще сделаю пару подкормок. Но, возможно, нет. Здесь достаточное количество удобрений внесено основным методом. После того, как пройдет неделя, я буду вносить фундазол в почву.
Еще раз, чтобы полностью все грибы уничтожить, полностью уничтожить все, что могло тут остаться, инфекцию любую. И буду антихрущ носить. Антихрущ от грунтовых вредителей буду носить по фертигации, по капле. Тоже могу снять отдельное видео, показать, как это делается. Дальше у меня растения начнут вегетировать, они начнут очень быстро начинать цвести. Первый цвет до появления 5-6 листов обязательно нужно удалять. Нужно разогнать кусты, корневую массу для начала. После того, как мы разгоним корневую массу, это примерно у нас месяц. Месяц и неделя, может быть, уйдет на это. Это будет у нас где-то начало октября. Мы оставляем цветы, и у нас еще где-то месяц-полтора мы получим первые плоды. То есть я в этом году планирую получить плоды начало ноября, где-то середина ноября. Ну, при условии, если не будет форс-мажоров, если там резкие морозы не ударят и так далее. То есть все это будет в парнике расти, затеняющую сетку я сниму. Вот такой процесс я хочу произвести. Ну и буду дальше снимать видео, показывать, что из этого получилось. Подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересной информации. Пока весь канал только стартует, но тем не менее, буду снимать, буду радовать вас новыми видео.